Здравствуйте, друзья! Сегодня 3 мая, и послезавтра, 5 мая, будет розыгрыш лотереи Green Card 2016 года. И я хочу заранее поздравить тех, кто выиграет, и поддержать тех, кто не выиграет. Но причина того, что я сейчас вот наговариваю это видео, состоит в том, что я напоминаю тем, кто захочет потом к нам ехать учиться, что для победителей вот этого розыгрыша у нас до конца месяца мая есть окошко такое временное, когда они должны со мной связаться в скайпе. Я напишу в описании к Windows, к этому видео, точнее, кто не знает мой скайп, я дам скайп. Вы должны ко мне, значит, постучаться, мы поговорим, и я вам дам возможность зарегистрироваться с тем, чтобы вы платили по старой цене. То есть мы, когда цену меняли, я сказал, что новый розыгрыш будет иметь такую привилегию. Поэтому вот я хочу сказать, что есть такое окошко, есть такая возможность. Если вы выиграете и у вас есть мысль о том, что вы к нам приедете, многие мне говорят, что вот я как выиграю, сразу к вам. Поэтому я так издалека не знаю, но на всякий случай.